Четыре гидравлических домкрата усилиями по 430 тонн каждый и высокопрочные канаты из арматуры с разрывным усилием 27 тонн. Такая мощная техника помогает первому пролету Фрунзенского моста начать движение в сторону правого берега реки Самара. Со стороны движение пролета почти незаметно, он двигается со скоростью 1 метр в час. А помогают ему вот такие карточки скольжения. Их подкладывают под опоры, и они двигают 1100-тонную конструкцию. У накаточных опор дежурят бригады, которые подкладывают карточки скольжения. Перед каждым ходом домкрата начальник участка проверяет готовность бригад и только потом дает команду к движению. Когда первый пролет продвинется на 42 метра, начнется сборка следующих секций моста, которые по мере готовности будут соединяться друг с другом, утяжеляя конструкцию, и также надвигаться в сторону правого берега. Всего таких надвижек будет 11. Вот это пошла первая надвижка. Продвинемся мы на длину 42 метра. В этот раз. В следующий раз опять собираем следующую секцию, соответственно, опять двигаем в пролет. И вот так 11 раз. Сейчас у нас мы надвигаем плеть порядка там 1100 тонн, а к концу строительства моста, к последним надвижкам, это будет порядка 9000 тонн. То есть это огромные усилия, поэтому здесь очень точные расчеты должны быть. В процессе участвуют около 60 сотрудников. Не прекращаются работы по сооружению третьей и шестой опоры моста. Готовый Фрунзенский мост обещают сдать до конца 2018 года. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.